письмо Дики. Ты веришь ему? Я не знаю, чему верить. Представь, каково ему было, если он убил Фредди. Просыпаться с этим каждое утро невозможно. Просыпаться и быть собой. Пить кофе. Что бы человек ни делал, все самое ужасное, самое жестокое, он все равно это оправдывает. Ты же не встречал никого, кто считал бы себя плохим. Ну, совесть все равно тебя преследует, иначе быть не может. А ты не запираешь свое прошлое в темном подвале, чтобы никогда туда не ходить. Я так делаю. Да, иногда. Правда, в моем случае это целый особняк. А потом встречаешь кого-то особенного и хочешь бросить этому человеку ключ. Сказать: открой, заходи. Но не можешь. Там темно. И повсюду демоны. Вдруг кто-то увидит, как это ужасно. Это просто музыка навеяла. Гораздо веселее играть, эй, девчонка, ноги врозь. Мне все время хочется попробовать распахнуть двери. Пустить свет, все очистить. Если бы я мог взять гигантский ластик и все стереть, начиная с себя. Видишь ли, Питер, если... 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 Ключа нет.